Меня послало в магазин, где маленькие помещения и толпа людей там стоят впритык. Где? Так я тебе сказала. Вот или иди туда, где ты ходишь, или он закрыт уже твой магазин. Тут. Где не можно? Знаю, я купил. Налей, ты сказала быстро идти купить, я купил. Так ты взял карту? Я не взял карту. Откуда ты деньги? Из-под тарелки. Ты из-под тарелки мои деньги берешь? Зачем берешь деньги мои? Да, я взял 100 рублей. Так, иди быстро за своей картой. Бегом. Конечно, ты неуравновешенный. Ты истерически начинаешь орать. Я тебе сказала. Когда я рисую и говорю с человеком, ты начинаешь истерически орать. У меня нет денег. А потом ты меня посылаешь в магазин, чтобы я заболел коронавирусом, от которого мой брат моего отца заболел. Я хожу на работу. Я хожу в магазин. Ты хоть ты меня заправляешь к смерти, чтобы я сдох. От коронавируса. Ну и значит и я тоже должен сдохнуть. Конечно. Просто тупые. Мне не нравится, что русских людей, россиян, воспитывают такие тупые родители. Такие тупые родители, которые направляют на смерть своих детей. Почему ты, когда я рисую, на меня кидаешься с истерикой и кричишь мне: иди покупай мне всякую херню. Я тебе сколько раз говорила? Посылаешь меня в магазин, где толпа народу себе пиво покупает. Иди, сходи за картой. Первая твоя обязанность. Тогда ты будешь орать, что ты долго ходишь там. Мне бесит, что в русских людей воспитывают тупые родители, а нормальных избранных, блин, детей воспитывают умные родители, блин. Русские люди, блин, в итоге в говне живут, а эти живут припеваючи, свои лобби создают. Мне вот это бесит, что ты вместо того, чтобы поощрять мое рисование, меня отправляешь к коронавирусу, чтобы я заразился. Шагай к себе домой и делай, что хочешь. Понятно? Раз ты не хочешь расплачиваться и давать мне деньги, а только мне из меня отрисёшь. Я купил тебе чёртову сметану твою. Сейчас пойду еще куплю йогурт тебе. А я тебе сказала, иди и возьми карту, принеси. Принесу сейчас карту, блин. Что и коронавирусом шанс заразиться у меня сейчас повысится. Саша, ты меня достал. Короче, русские люди, вот такие родители у русских людей, к сожалению, блин. Которая, блин, прыгай там, сынок, прыгай в бездну. Докажи, что ты смелый. Саша, ты почему не жалеешь меня-то? А ты жалеешь, блин, себя и меня хоть немного. Ты не жалеешь вообще меня. Да, начинается, бесконечно начинается. Я во всем виноват. Тысячу раз уже это. Что я хожу, работаю, что я пашу, что я прихожу здесь за тобой, убираю, готовлю. Короче, я пошел. Конечно, все ты делаешь. Я ничего не делаю, как обычно, песня бесконечная. Да, я паразит, да, все. Я ничего вообще не умею делать. Я никто. Нужно, чтобы я заразился коронавирусом, чтобы я сдох. Я не сдохну от коронавируса. Я буду просто жить как инвалид, блин. Хренительно просто. Все, возьму свои телефоны. Помой хоть руки. Давай телефон. Да. Капец, какой кошмар. Стрессовую ситуацию устраивает вместо того, чтобы поддержать творчество. За какую-то херню мне посылает издевательски. За пивом там, за этой херней. Пиздец.